Сегодня мы с вами изучим такое движение в футворке, как 3-step, 3 шага. Исходное положение задники. Коленочки согнуты, таз опущен вниз. С левой ножки. Сюда, медленно. Раз. Держимся, не садимся. Вот так делать не надо. Таз всегда оторван от пола. Меняем ручки и меняем ножки. Два. Далее, правой ножкой делаем подсечку и выпрыгиваем. Три. Хочу обратить внимание на то, что ножки должны приземляться одновременно на носочки. То есть, вы должны приземляться одновременно на оба носочка. Если вы приземляетесь сначала на левый, потом на правый, значит, вы делаете движение неправильно. Носочки должны приземляться одновременно.